Приветствую всех любителей Bentley и по совместительству 3D-инструктора и City Car Driver. Я вот почти год не записывал, ну да, где-то год в июне прошлого 2017 года был последний видос по этому замечательному симулятору жизни водителя. Вот почти год вот не писал, то переезд, то там руль пизданул, все хуё-моё там. То без компа вся короче поебень навалилась, ну и просто каждый день в реальности руль видел и заебал он немножко, блять, сука, въебался. Вот, а тут что-то вот проснулся, блять, думаю, хочу на Бентли погонять, ну на реальный нихуя не накопить, там он самый дешманский стоит 1 000 000, этот который Continental GT, ну старые, они оказывается старые, ну в принципе по их меркам-то не так дорого стоит. В общем, нихуя вот так в аренду брать, да кто дал, блять, каршеринг еще такой темы не практикует, блять, съеби давай, сука, блять. Вот и чё, начал искать игры какие, чтобы без заморочек на Бентли поговорить, просто бывает, вот я ставь лайк, если тоже такое чувство бывает, просто хочется попробовать тачку виртуальности, вот просто хочу и все. И тут все перебрал, там, блять, моды какие-то конченые, уёбские. А тут хуяк вспомнил, да ебать в рот, есть же 3D-инструктор, наверняка там все Бентли любых разливов. А вот нихуя, ребята, тут только самый такой из последний, это Бентли, Бентойга, блять, хуй его знает, как это правильно произносить. Короче, Бентли внедорожник. Вот, все, хуя, ну конечно, какие текстуры все заплывшие. Это ультра, я хочу сказать, тут полная ультра. Ну, пиздец, короче. Месиво из текстур. Давайте-ка снаружи заценим. Блять, тоже вообще полигонов 0. Ну, хоть как-нибудь, да, вот, а то в Континентале вообще нет нигде, в мастерской ничего, хотя казалось бы, блин. Ну да ладно. Я, как видите, на аварийках это, ну, чтобы это уркаганить, лучше на аварийках ехать, чтобы там минимизировать. Давай, где этот вид-то, блядь, во, минимизировать аварии, ну что, там зеленые, а мы с трассы сошли, ребята. И вот, все поставил, все, я, блядь, наверное, часа 3 все устанавливал, ну, руль-то у меня разъебанный все был. Ну, я вот до этого починил все, как, что там, он у меня предательски упал на пол, блядь, коробка прорвалась, и пиздец настал, все починил, думаю, ну, сыграю ведь когда-нибудь, когда время посвободнее будет, все хуё-моё, и вот этот миг настал, и вот Бентли, все звезды сошлись, ребята, и вот, все вот, эй, сука, блядь, выебу сейчас, сука, блядь, пиздец опасно, блядь, стараюсь держать газ, потому что рвет эта сучка вообще, тут, оказывается, добавили еще бензин, и это получается, что он созрет и все кончится. Хуй знает, я бы не хотел этот момент, блядь. Сучары с дороги, блядь. Бентли едет, Бентайга. Я его в реальности один раз видел в Москве. И буквально только вчера видел вот Бентли Континенталь. Но он мне и так раньше нравился. У меня даже игрушка есть, машинка, блядь. Съебал, мать твою. Сука, блядь. Почему трафик не обновляешь? Десятки, я не знаю, там редко встретили. Где. Куда ты заднее зеркало у меня в очко какой-то смотрит? Давайте так, блядь. Съебал, мать твою. Блять, что за пробки-то? Я представляю, что я на МКАДе там, и вот левый ряд забивает черти, блять. Нормально. Блять, сука, ну все, пиздец, ему квартиру пацану продавать. Ладно, иди нахуй. Давай. Вот, задняя камера здесь, вот, смотрите. Охуенная вообще тема, реально, задняя камера. Ну, кто там, блять? Сейчас выйду, блять. Вот, увидел в реальности Континенталь, ну, тоже старенький, и у меня, вот, вообще, блин, и недорого, в принципе, он стоит, ну, дорого обслуживание, вся хуйня, ведь дорогой, как бы, не то, что дорогую, выглядящую дорого машину не так сложно купить, но, блядь, это все эти сопутствующие траты, налоги, блядь, зимняя резина,
Пиздец там, ТО, это страховка, ебать ее в сраку, на мой конченый ИШ с техосмотром. Вот последняя на год-то страховка стоила 15 тысяч, ну, московская тариф у меня. Вся хуйня, вот, и, ну, с техосмотром там все. Там приходишь в страховую, тебе сразу там страховать. И техосмотр, блядь, делает, и все, короче. Ну, вот, 15 тысяч, я вообще охуенно, блядь. Пиздец. Это и только закрыто, только на меня, потому что только я могу управлять этим, блядь, чудом. Кстати, и шода тоже нету, блядь. Есть только каблук, но это совсем не то. Вот пиздец не наработка. Если, не знаю, и шода появится в мастерской, это будет... Я буду первым, кто по нему видос запишет. Блядь, съебались, суки, сейчас, блядь. Ща, блядь, протиснусь, блядь. Я бинтайга же. Бинтайга. Вон камера, да, появилась. Охуенно. Жалко, графони не впечатлил. Вот, кажется, не тянут высокие настройки. И там, думаешь, манна небесная. А хуй там просто, понимаете? Кстати, если кто не знает, то я здесь обычно матом хуярю, поэтому... Пересмотрите предыдущие видео, все поймете там, все это такой стиль. Ну как на дороге без мата? Я, блядь, хуярю вообще постоянно там, на такие ништяки ситуации бывают, пиздец. На МКАДе есть пробку застрянешь на полтора часа вообще, блядь. Не хочешь просто подходить к машине. Ну, так сказать, моей задачи. Без машины не решить никак. Я бы и рад бы, и тем более сейчас живу гораздо ближе к метро. Очень близко. Ближе вообще некуда просто. Ближе только, блин, бабло заряжай и живи нахуй. В элитных домах, которые вообще там в 3 минутах. А, естественно, это не мой случай. Вот, уже 200-ка нормально, пацаны, там, бля. Держу, сука, бля. Твою мать, бля. Спасибо. Я на аварийке, не видишь. Когда аварийку включаю, значит, все. Режим шашки включен. Бля, ну трафик старый, ну просто вообще какие-то, блядь. Обочин нет еще, блядь, нихуя, блядь. Спасибо. Надеюсь, они хоть стали реагировать там на это. Бля, нарушение надо было отключить там. Нахуй и на них смотреть там. Я и так знаю, что, блядь. Блять, невидимая стена. Ну, отлично просто. Оп. И чё, я застрял? H-Bentley внедорожник, блядь. Дороже, по-моему, только Rolls-Royce его. Или его, по-моему, еще не выпустили. А, Lamborghini тоже такой, да. Ну чё, я застрял? Да ладно. Блять. Сучары. Бля, ну, сука. Чё за блядство-то, а? Вылезай нахуй. Давай. Бентли, вылезай. Бля, он похож на Ауди, реально. Ну, кстати, от Ауди ты часть деталей-то подходит, по крайней мере, к Континенталю. Блять, ну чё, рестартовать, блядь? Сука, блядь. Пиздец, блядь, звук, конечно, бля, звук-то... Застрял я, пацаны, в текстурах, ну, даже застревает Бентли красивый, ору, блин. Давайте-ка сначала, похуй. Вам по полу. Какая коп топливная карта? Да нахуй это условность, блин. Как-то не знаю это. Так, сейчас я, пацаны. У меня же автомат-то нет, я же не знаю. Там самый дешевый автомат нормальный, от 150 где-то начинается. Чтоб он не развалился нахуй. Где там присёгивается? Так, сейчас мы сейчас подключим. Вот. Бля, салон не такой, конечно. Ну, и это максимальные настройки. На минималку там вообще, наверное, блядь. Майнкрафт полный. Ну чё? Давай, сейчас поедем, пацаны. Сейчас убедимся в безопасности маневра, блядь. Давай, блядь, вставай, центруйся. Все, погнали. Где аварийка-то? Вот это? Во! О, отлично просто. Ну... Вообще... Не самое такое плохое впечатление, вот, можно сказать так, на реакцию, ну, блядь. Ой, блядский, нахуй, звонят. Вот, переговорил там, а то ведь за рулем нельзя, это, можно так сказать, пользоваться.
мобильном телефоне, особенно такой скорости. Вот плохо безобочины вообще, вот. Не знаю, как-то вот саму концепцию, наверное, сложно изменить уже. Ну, да и цена подорожала, уже 724 рубля стоит. Как-то вообще, не знаю, вот это ультра, это вот и модов как-то мало. Я думал, вот год не заходил, сейчас прям дохуя будет. На все случаи жизни, а нихуя вот. И шоды нету, блядь, значит нихуя нету. Опа. Опа. Нормально, нормально, нормально. Опа. В принципе, так это на видосах и делают на YouTube. Еще какие-то, ну, нештатные ситуации добавили. Поломка всех органов, блядь. Управление. Я вот все вот добавил, ну, сделал час, у меня вообще машина нихуя не поехала. Ну, блядь, просто. Конченая. Думаю, не надо нам. У Бентли ничего не ломается. Ну, почти. Опа. Обойдем, блядь. Так, давайте-ка на это. На съезд. Что, автомагистраль кончилась? Ну, бля, в городе стрёмно. А, ну, еще что там появилось? Бугатти, Широн, блядь. Ну, это так вот, нахуй. Опа, бля. Отчекрыжил кого это? О, так вот, блядь. Тихо. Блять, это небо, посмотрите текстуру днища, это 2018 год, блядь. Пиздец, что-то вообще, ребята, блять. Бля, и у Бентли какие-то прорехи, что-то. Ебаный карась, а? Ну вот, когда сколько я играю в это чудо. По-моему, с 13-го года, блядь. Блядь, тич. Не, с 12-го. Ну, тогда еще нормально. Но сейчас это, блядь, уже стрёмно смотрится, ребята. Не, ну как симулятор. Нормально. Терпимо. Но не за 700 рублей, блядь. Блядь, то, что у него даже колесо отъебнулось. Посмотрите, блядь. Обычно отъебывается у этого колесо, у ГЛЕ купе. Или у бумера тоже. Не, реально, вот, посмотрите, графоний-то высокая. Блядь, пиздец, ребят. Дальность. Вот, ну, точно дело в дальности, ребята, было сейчас. Сейчас просто, блин, на ультрах. Пиздец, ребят. Чё-то я это... Чё-то как-то запахло не 1007, а 2000-ми, блядь. Проблема 2000 просто, блядь. Куда я поехал, нахуй? Что задняя камера показывает, блядь, что-то непонятно. Вот, недавно заходил в BMG, вот, реально прогресс, а здесь... Не, ну, основам поможет это все-таки, ну, руль надо охуеть. Ну, они, короче, бабло рубят с автошкол, все, Steam там, не знаю. Хуй знает, по-моему... Так, бля, где... Ова, мы так можем, ова, где широкая? Вот она уже. Ай, блядь, все, пиздец. Все подушки и все шторки отстрелились, можно так сказать. Блядь, реально. Вот когда тормозит, ты думаешь, ну, блядь, наверное, низкий настрой. Когда вот все максималка и вот такая вот это, то есть, понимаешь, блядь, смотреть-то не на что. Ну, здесь не смотреть надо, здесь надо рулить и изучать правила. Чтобы это полноценным стать водителем. Опа. Опа. А дрифтовать-то, а, это полный привод, это, наверное, только этот может. Давайте-ка попробуем. Ща. Другой вид сделаем, блядь. Что за вид-то? Не может? Не? Не может. А, ну вот физика колес, блядь, ну это же... Блядь. Да, блядь, автомат непривычный, конечно, ребята. Это на автомате-то я вообще не сидел. Ну, так, это, конечно, ну, можно так сказать, удовлетворило мой интерес к Бентли. Ну, хотел бы, конечно, тот, блядь.
Бог, 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 как его, блядь. Минтайга, Минтайга. 20 миллионов где-то стоит Минтайга. Даже не знаю, на нем даже... Ну, в городе для чего нужен внедорожник? Чтобы разъебать там легковушку, если что, ДТП. Чтобы на бордюр, на тротуар залезть. На газон, блядь. А вот во внедорожник качество, это вообще странно так машину использовать. Опа, бля, перестань. Опа, опа, все вижу. Я вас всех видел, пацаны, не кибишуйте. Бля, когда модель трафик поменять? Наверное, никогда. Это пиздец, блядь. Старьё, блядь. Во всех городах уже новые даже. Новые мыльницы, блядь. А тут очки-то. С 90-х, блядь. Не с 90-х, начало 2000-х. Там вообще. Там же, не знаю, штук 100, наверное, машины с трафика стоят дешевле, блядь, чем этот Бентайга. А уж и Широн взять. Но Широн это я вообще не знаю, блядь. Это, наверное, не для такого мира. Он просто, наверное, как пуля. Он просто... Да просто игра нахуй вылетит от его скорости, и все, блядь. Ощущения, конечно, не такие скорости, хуй его знает. 100 километров, блядь, ну... Ова. Ну там это 3D реальность, VR добавили, ну блять, купить нахуй Жигули и найдите безлюдное место, будет такой VR нахуй. И это будет дешевле, чем это. Если хотите, блять. А это, ну, сомнительно, потому что для полноты картины нужен руль охуенный, там следующие эти. Следующий. Эй, чё, охуел, блять? Только я могу на встречку вылезать. Следующие логитечи пошли. Чё там у нас? Налево, блядь. Я иду. У меня машин дороже, я прав, поэтому. Оба, нормально. Я же на аварийке, чё, я сломался, блядь. Психика от этой. От этой роскоши, блядь. О, блядь. Курьерская служба. И чё, они рекламу разбежали? Микротранзакции, что ли, внедрили? А, кстати, была бы неплохая идея. В Wild Racing Club так было. Не, микро, да, это реклама или, бля, лутбоксы там, чё там вынимать. Бля, ну, конечно, развитие слабенько. 700, 300 рублей игра стоит, но 700, блядь, пиздец. Тормоза там. Охуенные тормоза. Аж, блядь, подголовник, блядь, печатывает. Опа. Опа. Вот так вот. Ох, блядь, опять стена это. Ну, задняя камера прикольно. Что ж, ну, в принципе, все с этим Бентли понятно. Чуть лучше, наверное, как он там есть. Need for Speed Rivers, вот, по-моему, он есть, да, вот, Continentalit. Бентайга все-таки нигде нету практически, только нет. Другие Bentley есть, но это на них, по-моему, нельзя ехать. Car Mechanic Simulator, вот там. Ну, разбираться, это все-таки немножко другое, вот чисто поездить с рулем, блядь. Это только получается только здесь. Что ж, вот такой вот видосик получился, ща как стартану, блядь. О, да. Вот так он. Такой вот Bentley мод. Чё-то я не знаю, чё-то я... Я хотел надеяться, что прям будет вообще тут графоний на максималках. А в итоге-то и нет-то графики, ничего нету. Все-таки я, конечно, понимаю, типа симулятор, ну не знаю, все-таки столько лет, пора бы расти. Ну да ладно. Спасибо, что посмотрели этот видос. Смотрите и предыдущий плейлист. Там, конечно, немножко ебищные соотношения сторон. Но у меня там монитор был 16:10, и это полная хуйня. Никогда не покупать такую поебень.
16 на 9 это наше все. И вообще тогда все видео, все, блядь, не так, как надо было. А теперь вроде все. Все правильно тут. Вот уже сколько? 5. Не, бля, или 5, или 6 лет, по-моему, с 12-го года. Блядь, я даже не помню. В общем. Не, с 13, то есть 5 лет уже это. Видосы хуярю. Поэтому это с перерывом год. Смотрите обязательно, можете даже получите такое-то наслаждение. Ну, на мат там, ну как мат, без мата, за рулем. Это ж невозможно, ребята. Это ж пиздец, блядь, что на дороге происходит, с дорогой происходит. Блядь. Ну ладно, всем удачи, друзья, всем пока.